Доброе утро, ребята. Я сегодня в своих новых лосинах, леопардовых. Смотрите, как Соня на рюкзак сюда подходит. Везу Соню в сад и на танцы. Кровать заправим потом. I'm not a saint, you're mad. Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. Так, ну что, ребят, мы вышли с танцев, оттанцевали. Мы с Юлей опоздали вместе в одинаковых джинсовках. Зошнички вышли сразу за сигареткой. Мне дайте тоже. Все, еду домой, так классно потанцевали, растянулись, супер. Сегодня у нас был маленький состав, нас было только трое. Ну и Люда, наша тренер. Сейчас домой, поем. И за монтаж. У меня столько монтажа. Я только и думаю, что о монтаже. Сегодня у меня на завтрак горячий бутерброд. Практически я влюблен. Теоретически я попал. Так вот я пью кофе. Сразу запиваю водой. Эспрессо. Так, что где тут пришло? Зонтик, который очень маленький. Он размером с iPhone, на iPhone Pro Max. Давайте, я его потом, правда, не закрою. Так, ну ладно, давайте. Надо же продемонстрировать. И чё? Розовый зонтик. Не то чтобы мне нужен, я вообще зонтиками не пользуюсь. У меня лежит один в машине, один здесь. Крайне редко я пользуюсь зонтиками. Я в дождь не гуляю, если куда-то надо... Ну, и я на машине, да, если максимум иногда надо от машины пробежаться, могу. И поэтому это не мне. Мама, он фанат зонтиков, у меня столько зонтиков. И она все время таскает с собой. Сумка у нее такая тяжелая. Я увидела в Инстаграме вот этот вот зонтик мини, при этом он вот когда распаковываешь большой, я подумала, что ей нужен такой, да, который легкий и в сумочку можно положить, много места не занимает. Цвет не знаю, ее не ее, наверное, не особо. С другой стороны, это же зонтик просто. Ну теперь я так не сложу. Мне, кстати, сегодня должна была прийти моя сумка, но я была на танцах. Соседям они ее не оставили. Поэтому завтра еще раз придет. Ну да, теперь он выглядит не очень. Ну, в чехле нормально. Но действительно маленький, с ладошку. Так, мне пришли джинсы. Вот я хотела какие-то такие не скини, но и не расклешенные, а просто ровные, чтобы носить с сапогами, да, которые внутрь в сапоги надевать. И вот мне пришли просто идеальные. Классно на меня сели. Это 34 размер. Супер. И длина отличная, и цвет хороший, и фасон прям как я хотела. Топчик. Мне прям очень понравились. Заказывала на Цаланда, но это, по-моему, с манго. Да. Вот так вот они выглядят. Просто супер сели вообще-то. Можно, если... подогнуть чуть-чуть с кроссовочками тоже. Прям и не жмут нигде. Джинса такая приятная. Вот так я хотела, если носить с джинсами, да, а то вот клёш не засунешь. А это вот прям супер. Немножко так собирается. Ну, короче, отличные на самом деле. Прям все как надо. Можно было, да, можно такие же, если еще есть. В каком-нибудь сером цвете. Надо посмотреть. Модель отличная. Сони курточки на зиму. Будем уже потихонечку выбирать. Вот эта вот симпатичная. Я думала, она светлее, а она серая, что еще лучше. Потому что мне показалось, что она белая. Я думаю, блин, классно. Мне так понравился принт. Думаю, ну белая будет пачкаться. Но она серенькая.
класс. И можно будет сочетать с разной обувью, потому что она такая с цветными оттенками. Это вот Ливуд. Прикольная на замке, на кнопочках. Эй, надо будет померить, как на ней. И на замке. Вот в прошлом году у нас была идеальная куртка. Просто у нас, по-моему, весь садик в ней ходил. Так, это... Я хотела стирку кинуть. Вот эта куртка у нас в прошлом году из Зары. Идеальная была. Во-первых, с вот этими штуками можно было в магазине снимать, как рюкзак наносить. Во-вторых, очень теплая. В-третьих, классный цвет. И стильно она смотрелась, сидела просто идеально. Вот, но у нас просто штаны на зиму, зимние, вот такого цвета или вот такого. Обувь коричневая, поэтому вот что-то надо. И вот такая еще с этим пришла, с вешалкой. Тоже на кнопочках на замке. И внутри вот такой вот материал. Но здесь нету резинки. Хотя здесь, смотрите, вот тут резинка. Да. Ха. А, не видите, как сделали? Вот здесь резинку и дальше рукав. Но вот это будет все просто черное, мне кажется. Ну, это, конечно, тоже. Ну, симпатично выглядит. Симпатично. Ну, в общем, будем мерить. Там я еще заказала куча разных курток. Будем выбирать, искать. Только что получила сообщение в группу из садика, что у нас опять в садике вши. Первый раз она не поймала их. И последний раз не поймала. А вот второй раз, когда было, у нее тоже были. Ну, вот эти, по крайней мере, гниды. Пришли еще посылочки. Сегодня день посылок. Мне очень много посылок пришло. Но в основном все для Сони. Что я получила? Пастила. Сухофрукты. Шоколад. Сами тоже делают. Как красиво. Еще пастила. Еще пастила. И чурчхелла. Кто любит чурчхеллу, ставьте лайк. Всякий разный мед. Посмотрите. Мед с всякими орешками. Тут у меня куча разного. А, мед и вот такие вот помазки. Я у них заказывала долгое время. И вот мы теперь с ними иногда сотрудничаем. Это мед с малиной и апельсином. Прикольно. Можно мазать, да, например? Еще манго сухой. Очень у них вкусно. Пастила без сахара. Давайте попробуем. Это здесь у нас в Берлине. Можно поехать забрать или заказать на дом, как я. Маульберы – это тутовник, шелковица. Я смотрю одного чувака, он делает обзоры на рестораны. И вот он там все пробует, такой, все, во рту поженилось. Лучший десерт, особенно если вы худеете. Мохито. Значит, надо уже за Соней ехать. Потом все подробно рассмотрю. О, вот это очень люблю. Со сливой и виноградом. А это у нас тоже шелковица и груша. Груша тоже очень вкусная. Видите, вот такие можно подарочные пачки брать. Супер. В гости куда-то идете? Цены очень приятные. Вот так вот, да, взяли баночку меда. Там есть маленькие коробочки, например, маленькую коробочку, баночку меда. И к чаю, к гостям. Супер, мне кажется. Или вот, чурчхеллочка. Ладно, потом с вами обязательно попробуем, а я еду за Соней. Как неожиданно! Как неожиданно! Пришли, прислали. Пришли, прислали. Принесли мне сумку мою. Он заходит, говорит, я сегодня уже тут был. Я говорю, да, я знаю. Он говорит, мне просто надо было еще раз в эту сторону, вот решил зайти. Я такой, ой, спасибо. Это приятно.
Никуда не собираюсь эти дни. Она мне как бы не горит, да, что мне надо ее прямо сейчас. Но, конечно же, хочется. Давайте еще раз, да, ее вместе распакуем. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. Видите, ту же самую положили. Это будет очень весело. Нет. Все, это хорошо. Красавица моя. Какая ты красивая. Так, точно все. Давайте проверим, чтобы уже тут все хорошо. Хорошо. Смотрите, сколько кудряшек там. Многим тоже понравилась сумочка. Были, конечно, кто написали, какой кошмар, бабушкина. Мне кажется, если ее сочетать, да, смотря с чем сочетать, здесь действительно какое-то классическое платье, небольшой каблучок, пиджачок и эту сумочку, ну, возможно, она и будет выглядеть как бабушкина. Но если сочетать как-то прикольно там с джинсами, с какими-то интересными, с какой-то интересной обувью, кепочкой, то вообще другой, или с плащом, или с пальто красивым. Посмотрите просто каких-нибудь фэшн-блогеров на стрит-стайловские их фотки, как они там сочетают, и совсем у вас будет другая картинка перед глазами. Вот, ну блин, она очень красивая. А еще мне написали, сумка какая-то типа не тот формат, не та модель, типа тоже портит фигуру. Я говорю, сумка портит фигуру? Он говорит, да, если ты не знала, сумки тоже могут, если неправильной формы, испортить фигуру. Вот я думаю, ребят, она меня что, вот, может, толстит? Мои 46 килограмм. Может, ноги короче стали? А? Может, оттенок кожи ухудшился? Как вы думаете? Может, оттенок кожи ухудшился? Как вы думаете? Ну все, я довольна, я рада. Можно поставить ее на полочку. Надо тут место освободить. Я, кстати, вот эту продаю. Кому надо, напишите мне в директ в инстаграме или на мой e-mail. Эти самые... Все ссылки в описании под видео есть. В принципе, вот ее можно отсюда убрать. У нее есть еще длинный ремешок. Классная сумка, я ее носила один раз. Один. Она на самом деле очень красивая. Тоже. И вместительная, и внутри очень симпатичная. У нее такая приятная кожа. Но, блин, не ношу ее. Тоже очень много всего сюда помещается. Она мягкая от Coach. Тут около 400 она стоила. По-моему, может 300 с чем-то. Я не помню уже. Сзади еще кармашек есть для телефона. Супер. На самом деле, классная сумка. Я не знаю, почему я ее не ношу. Как-то рука не тянется. Поэтому, если кто-то хочет, в отличном состоянии, ну вот, один раз я с ней вышла, один единственный раз. Так, может быть, сюда ее поближе, к соседке, ее Клоэвой. Я, кстати, думаю, может быть, вот эту запаковать в пыльник, потому что она до следующего лета будет... Мне нужно... Ой, как красиво ты смотришься, моя любовь. Боже, это просто сумка осени. Тоже спрашивали, не рановато ли, день рождения же еще не сейчас, но она прям вот на осень просится, прям просится на осень, поэтому нет, не рановато. Добро пожаловать домой. Так, вот еще пришли курточки. Вот такая вот, бежевая. Бежевая. Ну вот, мне кажется, должны быть резинки все-таки, если зимой снег. Капюшон хороший, большой. И вот такая вот розовая и серая. Они одинаковые, кстати, похожи на эту нашу прошлогоднюю куртку из Зары. Но вот это выглядит маловато. Это какой? 104 размер.
Ну, выглядит коротковатый, маловато. Посмотрите, по сравнению с этой. Вот плечи сейчас приложу. Посмотрите, насколько короче. Офигеть. И рукава. Это что такое? А это какой размер? Тоже. А это 110. Это 110. Соня сейчас ростом мы замерили ровно 100, ровно 99 сантиметров. Это тоже 104, но это же гораздо больше. Тоже, посмотрите. Сейчас приложим плечи. О, какой кусок длиннее. И вот еще куртки пришли. Я заказывала с 3 разных сайтов, и все пришло сегодня. А, вот такая вот красная. И... Нет, не такая же, другая. Коричневая тоже в 2 размерах. А, ну, кстати, вот это прикольно. Мне нравится. Смотрите, внутри как мишка. Манжеты есть. И цвет хороший. Цвет очень приятный. С угами ее классно будет смотреться. И то, что не будет так сильно грязь видна. Вот это мне прям очень нравится. Пока что вот это больше всего. Даже это от этих Штайф, да? И такая еще есть красненькая. Ну-ка, там как внутри? А, там тоже мягенько. Тоже мягенько. Вот это прям вообще классная. Хотя красная тоже, да, интересно. И издалека вашего ребенка будет видно. Красная тоже прикольная. Это, наверное, надо побольше все-таки. У меня там побольше размер тоже лежит. Будем мериться. В общем, сейчас заеду за Соней и ждет примерка. Вот я тут уже распаковываю, смотрю. Вот эти в Next. Обожаю костюмчики. Тоже только все подорожало. Раньше по 20 с чем-то евро были, сейчас по 40 с чем-то. А, у них всегда комплектами по 5 штук. Вот 5 леггинсов. И к ним такие же кофты. Да, при этом можно комбинировать любые леггинсы с любой кофтой из этой серии. Они подойдут, потому что цветовая гамма такая интересная. Либо прямо один в один делать, да, вот розовую с розовым, зеленую там с зеленым. А, вот, еще вот такие вот есть. Очень люблю эти комплекты, они очень быстро раскупаются, нужные мне размеры, потому что они, их можно под что-то толстое одеть, можно вот дома носить, да, потому что в таких толстовках жарко, футболка холодно, поэтому такие костюмчики самое то для дома, для садика идеально. Красная. И это. Касима, тебе какая больше нравится? Вот это. Окей. Это. А вот это ты сказала. Мне больше всего вот это нравится. Я не хочу. Ты же только что... Это с Мишкой, это гольд. Перепутал. Ладно, будем мерить потом, да? Так, смотрите. Алилия, покажись. Слышь, Ариана уже все. Смотри, часы, ожерелье, это все освоилось. По-быстрому. Оливия, покажи, какой красивый бантик. Ой, красотка. Ребята, у меня полный детский сад. Касимчик с нами. Арианочка, Оливия, Юля Джан, сейчас Мадина подъедет, Соня. В общем, все играют. Касим сейчас всех будет лечить, да, Касим? Кто к доктору? Вот тут, смотри. Вот, идем сюда. Открывай. Соня, кто будет лечиться у Касима? Кто к доктору? У кого что болит? Живот, может быть? Directions hard to find under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder, but we're getting older. Baby, it's you and I.
know you'll follow me. I don't know how to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Your head is on my shoulder. Stars up in the sky. Direction's hard to find. Under the stars up in the sky. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Direction's hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know where to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. Living in the moment. Your head is on my shoulder. But we're getting older. Baby, it's you and I. Да? Класс! Скажи, Соня моя подружка, покажи, что там еще у тебя. Девчонка, ничего себе, пазлы, как ты любишь. Нет, после еды. После еды. После. Только киндер-сюрпризы после еды. Я буду сейчас снимать и киндер. Детский стол. Красавицы и красавцы. А взрослый стол где? Я думала, что не девчонка. Где тарелки? Сейчас. Взрослый. А ну открой. Тарелки. Взрослый стол получше выглядит. Вай-вай. Вай-вай, девочки. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be. I just wanna be with you, I just wanna be with you.
все ушли. Посмотрите, что мне привезла Мадина. Что? Мадина мне привезла кое-что. Как вы думаете, что это? Ботинки! А? Нет. А что? Это самые вкусные на свете семечки с Ташкента, с базара, белые, длинные, соленые. Сейчас попробуем. Сейчас, да. Она была в Ташкенте, говорит, что тебе привезти? Только посмотрите, сколько на них соли. Это вкусная соль, мама. Мама, это вкусный соль. Это вкусный соль. Боже, это вкус детства. Вы спросите, что тут нет семечек? Да, есть, конечно. Никакого. Но они вообще другого вкуса. Вкусно. Вообще. Вкусно? Ты что, вместе со шкуркой съела? Шкурку не надо есть. Смотри, я тебе... Смотри, Сонь, ты ее разгрызаешь. И вот внутри, смотри. Видишь семечко внутри? Видишь, вот внутри семечко? Ее надо есть. На. Вот. Мама, тут что-то капает. Это просто, это вот я сейчас сижу во дворе. Мне 10 лет. Мама! Котик. Плюнь. Где она? Мари, знаешь, как мы сделаем? Тебе надо сверху съесть хлеб, и она протолкнет туда. Жуй и глотай. Глотай. Глотай такой. Протолкнула? Да. Ну вот. Все, нету? Молодец, можешь съесть его. Не хочешь? Ладно. Можно мне семечек? Я не буду это пушить. Да, я тебе сделаю. Вот это я не пушную, как это сделать. Да, на. Да, и рот открой. Но она разломалась, она на три части разломалась. Сейчас дам целую. Это совсем другой вкус. И так много, я думала там, ну, чуть-чуть. Я когда была с ней в Ташкенте, я их тоже себе привезла. Я так пожалела, что я так мало взяла. Мне ребенка спать укладывать, это я зря сейчас открыла. Грозно! И вот эта соль на них. Набухшая. Ну, не набухшая, а прилипшая. Ладно, у меня сейчас не очень дышит нос. Нос задышит, я их обязательно... Целая бадья. Ну, это мне... Ну, я не знаю, на сколько раз. Мадинчик, спасибо тебе еще раз. Просто огроменная. Вот она сегодня принесла нам поесть. Скетча, да, который я очень люблю, ресторан. Но вот если бы мне выбрали... поесть эти суши Скетча или вот эти семечки. Вот я клянусь, я бы выбрала эти семечки. Потому что это вкус детства. Это нельзя на что-то променять. Я обожала, я помню, мы вот покупали, сидели опушки. На опушке. Ну, мы их так называли. Женщины, да, продавали там леденцы, жвачки и вот такие вот семечки. В стаканчик брали вот газетку, заворачивали в такой вот кулечек. И стакан семечек туда, иногда с горочкой. И стоило это, по-моему, ну, я не помню, сколько сумм, не буду врать. И вот мы шли когда с родителями куда-то, это я просила купить мне семечек. И потом шла и плевала. Там это было нормально. Класс. Ну-ка, иди сюда. Классная курточка. Ой, тебе нравится она? Ну-ка вот тут покрутись, пройдись вот туда и обратно. И обратно. Угу. Ой, классная, мне нравится. И подо все подойдет. Ну, ладно, красный, да? Ну, я люблю красный. Красненький? Вот еще красненький. Вот еще красненький. Такая она, ну, и теплая, и ниже попы, и расцветка прикольная, и кармашки есть. Супер! Классная курточка. И она такая легкая.
Ага, кнопочки и замочек. Сайз 4 года, на 4 года. А, вот водонепроницаемые, дышащие. Это завтра? Да. А какой сегодня? Остальные завтра уже будем мерить. Соня сейчас не хочет, и у меня что-то нет сил.